один из нас именно станет. И днем столицы от 22 до 24 градусов тепла. Звукорежиссер Алексей Прибуд. Вы услышите программу «Итоги недели» и «Благовест». А сейчас о погоде на завтра. Около 16 градусов. На севере осадков не ожидается, но и днем температура воздуха составит 11 градусов тепла. На Сахалине завтра, в понедельник, небольшие дожди, дневная температура воздуха будет около 15-20 градусов. В Южном Сахалинске завтра небольшой дождь, и ночью будет около 12, а днем около 18 градусов. Сейчас в городе 16 градусов. В эфире программа «Итоги недели». Напомним вам основные события, которые произошли в области. Правительство Сахалинской области и компания «Ладин Дело» займутся развитием Корсаковского порта. Соглашение о сотрудничестве подписано на полях Петербургского.